Красная икра, чавыча и множество других рыбных деликатесов вы можете найти на выставке-продаже «Икра и рыба камчатская» возле торгового центра «Премьер». Тунец – это лидер по содержанию витаминов и питательных веществ. Его мясо – чистый белок. В тунце очень мало жира, есть цинк, фосфор, кальций, селен и витамин D. Семейство лососевые также занимает лидирующую позицию среди самых полезных и вкусных видов рыбы. Еще камчатские аборигены утверждали, что по вкусу чавыча превосходит всех имеющихся на полуострове рыб. Чавыча ценится за красное, жирное, сочное мясо и икру. Эта красивая крупная рыба считается самым крупным лососем, обладающая удивительно вкусным и полезным мясом. К лососевым относятся и белорыбицы, которые высоко ценят рязанцы. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» в наш город уже приезжает частенько, и многие гости ярмарки уже знают, чего от нее ждать. Они и рассказали, какая рыбка им нравится здесь больше всего. Чавыча понравилась, слабосоленая, которая... Таймень тоже нравится, омуль нравится. Продолжая исследование о том, какая рыба самая полезная, необходимо отметить палтус. Эта рыба может придать человеку позитивный настрой. На выставке продажи «Икра и рыба камчатская» каждый гость может сам продегустировать ее или икру, и если понравится, приобрести. Рязанцы говорят, что здесь рыбные деликатесы превосходят любые другие, представленные в городе. Тут нормальная продукция. И что, в магазине купишь, и такая же цена, а неизвестно, какая она. Ну, если она действительно морская и камчатская, то да, она полезна. Омуль также считается очень полезной и вкусной рыбкой. Его потребление благотворно влияет на репродуктивную и нервную системы. Нерка по своим свойствам похожа на омуля, и кроме того, эта рыба способствует регулировке уровня сахара в крови. На прилавке представлена зубатка, скумбрия, муксун и многое другое, в том числе натуральная красная икра на развес. Ярмарка продлится до 26 декабря включительно около входа в торговый центр «Премьер». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».